Конкуренция, клиенты, реклама – все эти понятия сидят в голове у каждого предпринимателя. Ведь удивить потребителя и привлечь его сегодня очень тяжело. В помощь бизнесменам – цифровые технологии. Именно поэтому компания ALET представляет вашему вниманию уникальную систему лояльности, которая подстраивается под любой бизнес за 30 минут, не нарушая его алгоритмов и бизнес-процессов. Скачав простое приложение на свой мобильный, пользователь сможет рассказывать своим друзьям, например, о каждом посещении кафе или магазина. За это он будет получать скидочные баллы, а значит, у потребителя будет повод вернуться в заведение. Сегодня мы видим ажиотаж вокруг приложения, на это есть несколько причин. Во-первых, абсолютно любой желающий может бесплатно скачать это приложение с Apple Store или Google Play по запросу UDS Game. И второй момент. Раньше пользователи могли иметь скидку 5-10%. Сегодня с помощью приложения они могут экономить до 50, до 70, иногда до 100%. При этом предприниматель всегда рад видеть такого пользователя, потому что это значит, что человек сделал очень большое количество рекомендаций, чтобы заслужить эту скидку. Чтобы дать старт работе приложения, предпринимателю нужно сделать совсем немного. Попасть в базу данных можно всего за пару часов. Приобретая лицензию Game, предприниматель получает доступ в личный кабинет. Там он может настроить полностью то, как он будет выглядеть в мобильном приложении. Это адрес сайта, номер телефона, режим работы, полностью прейскурант цен, меню, витрина ваших товаров, фотографии, как выглядит интерьер вашего заведения и так далее, и так далее. Далее с помощью специалистов настраивается собственная система лояльности. Это как раз то, что будет стимулировать клиентов, а значит мотивировать их возвращаться и рекомендовать услуги своим друзьям и знакомым. Дальше вы регистрируете своих сотрудников, которые будут коммуницировать с вашими клиентами. Потом ваши сотрудники начинают раздавать скидку вашим клиентам. Ваши клиенты начинают раздавать скидку своим друзьям. Те раздают скидку, в свою очередь, своим друзьям и так далее, и так далее. Все эти процессы бизнесмены могут отслеживать в личном кабинете. Всем своим клиентам раз в неделю вы можете отправлять пуш-уведомления со своими какими-то акциями, может быть, поступлением нового товара или, может быть, наоборот, с распродажей каких-то остатков со склада. Кроме этого, вы можете контактировать со всеми пользователями мобильного приложения Game нашего города, выкладывая в новостях два раза в день какие-то спецпредложения. Можно отследить рейтинг заведения. У посетителей есть возможность комментировать услуги. У предпринимателей отвечать им благодарностью или извинениями. Эффективность уже оценили многие управленцы. Внедрив систему лояльности около 2 месяцев назад, мы получили приток дополнительных клиентов, товара, оборот от которых составил более 1 000 000 рублей. Играйте в полезные игры и не забывайте, что бизнес требует постоянных нововведений.